Дед Мороз – один из самых любимых сказочных персонажей у детей. Изначально он был воплощением зимнего холода, снегопадов и метелей. Со временем его образ стал ассоциироваться с празднованием Нового года и Рождества. Добрый волшебник предстает в образе старика в шубе с седой бородой. А 18 ноября в России отмечают его день рождения. День рождения Деда Мороза – это маленький праздник перед Новым годом. Детки рады, счастливы. Для того, чтобы поздравить Деда Мороза, в Видновском центральном парке организовали развлекательную программу с интересными конкурсами, викторинами и мастер-классами. Помогали проводить мероприятия аниматоры в костюмах Снегурочки, Снеговика, Панды и Винни-Пуха. Песнями развлекал собравшихся Борис Гуреев. Дети с удовольствием пели и танцевали. Для них Дед Мороз – это новогоднее настроение и праздничные подарки. А в этот день они сами поздравляли его с днем рождения. А Деду Морозу я желаю счастья, здоровья, побольше подарков, чтобы ему тоже дарили, а то он сам дарит, а ему, видимо, мало кто дарит. Взрослые сами ненадолго перенеслись в детскую сказку и поблагодарили организаторов за хорошее настроение. Праздник хороший, праздник нужный, праздник объединяющий, что не так и маловажно в наше время. Прекрасно, все организовано. До Нового года осталось чуть больше месяца, и мы скоро вновь увидим Деда Мороза с танцами, песнями и подарками. Юлия Стаферова, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ.